Анонсированная завтрашняя домашняя игра футбольного клуба «Маяк» против аксайской команды «Донэнерго» не состоится. Матч по просьбе гостей перенесен на неопределенный срок. Таким образом, следующую игру волгодонские футболисты проведут 20 июля. На выезде «Маяку» придется сразиться с футбольным клубом «Сулин» из «Красного Сулина». Но расстраиваться любителям самой популярной игры не стоит, ведь завтра же состоится матч за Суперкубок России. В Ростове-на-Дону сойдутся «Зенит» и ЦСКА, так что можно будет провести этот вечер перед телевизором или отправиться в областную столицу, чтобы увидеть игру вживую. Юлия Ефимова стала новым обладателем рекорда универсиады в Казани. На полуфинальной дистанции 100 метров брасом спортсменка опередила своих соперниц, американку Лауру Согар и итальянку Джулио де Ашентис, и пришла к финишу первой с результатом 1 минута 10 секунд и 7 миллисекунд. Сегодня Ефимова в финальных соревнованиях универсиады на дистанции 100 метров брасом поборется за золото.